Какой я темный, офигеть. Что такое? What the fuck? Ну, у меня, походу, опять вебка слетела. Достало. Всем, тем не менее, здравствуйте. Это, наконец-то, зомборь, который вы все так долго ждали. И вот он, наконец-то, к нам пришел. Слава богу, слава богу. Мы дождались. Так, ночь на дворе, да? Я тусуюсь на базе. Непонятно, чем занимаюсь. У меня ожог, оказывается. О, как. А, ну да, это после того, как я горелкой себя случайно зафигачил. Давайте-ка мы это все дело подправим, получается. Угу. Готово. Так, грязная тряпка есть где-то. Наверняка должна быть. Да, вот она валяется. Давайте мы ее выкинем. Так, что у нас вообще происходит, собственно? Что нам надо делать с этой жизнью, чтобы быть счастливым? Так, патроны давай сюда, наверное, уберем. А где у меня сигареты? Кончились, что ли? Видимо, да. Сейчас достанем тогда. Так, сигаретки у меня все были где-то здесь. Да, вот пачка сигарет сюда. Почти полная, ништяк. Так, еды готовой у меня нету, надо это исправить. Надо что-то приготовить себе покушать. А, это на улице такой звук. Непонятной сирены, я такой впервые слышу, если честно, в России. Ну да ладно. Так, давайте нарежем салями. Убираем сюда. О, ништяк. Давайте. Ломтики солями пожарим. Все четыре можно, в принципе, я считаю. Колбаски этим. Угу. Пару яиц. Коричневых давай. Соль и паста. Отлично. Так, пока давай сюда убирай. Сейчас мы генератор запустим и приготовим покушать, соответственно. А у меня тачка как? Забитая, разгруженная. Ну, немножко барахла валяется, конечно, в ней. Самая малость. Надо будет подразобраться, что к чему. Выбрасываем сюда. Здесь у меня всякий мусор тоже валяется. По-хорошему надо, конечно, бензину раздобыть. Заполнить все канистры свои, соответственно. Давай еще навыки посмотрим. Надо газосварку, получается, докачать. И автомех тоже разбирать. Блин, ну я так не хочу автомеханику качать на стриме. Кошмар. Ну а пока что в целом надо искать еду. Еды мало. Натурально мало надо найти. У меня, в принципе, есть мысль, куда отправиться за ней, но там столько зомби было, что я даже не знаю, если честно, смогу ли я там пробиться адекватно. Еще надо похудеть, но мы в процессе находимся. А разве не на 85 лишний вес скидывается? Не, он, по-моему, только приобретается на 85, соответственно, мы скоро уже похудеем, получается. 84, да, привет, панда. Так и есть, да. Ну, скоро похудеем. Какой-то веке. Ну, медицина у меня какое-то количество есть, в принципе. Мне бы еще, конечно, порядок на хате навести. Потому что, ну, вот это вот, конечно, никуда не годится. Фактически. Надо дальше улучшать обстановочку.
Так, зажигалка еще более-менее хватает на покурить. Спичек у меня с собой нет, надо спички взять. Давайте возьмем спички, 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 спички. Давай сюда. Так. Я думаю, очки можно убрать сюда. Пока что сварочную маску дома оставим. А, что я сюда-то пошел? Тут же нельзя в унитаз помочиться, тут надо наоборот. Снаружи все это делать. Давай. Мой угол. Сак. Иначе это не назовешь. Картошечка растет. Это хорошо. Мы ее недавно поливали, я помню. Так, ну давайте сюда закинем. Получается, в коробку. В маску. Катана. Даже не знаю, стоит ли при себе ее держать или нет. Так, ну давай половинку съедим. Ням-ням, делишес. Отлично. Пускай тут стоит. Так, дальше, соответственно. Это можно сюда убрать пока что. Ну, в целом, я готов к дальнейшим приключениям. С машиной мы более-менее разобрались этой. Ее надо дальше чинить, конечно. Тут у меня всякий металл находится. Здесь куча добра, которая может пригодиться, кстати. Оставляем все как есть тогда. Ну, окей, давайте попробуем. Кое-что сотворить. Давай шлем сразу. Кепку пока сюда убери куда-нибудь. Давай вот эту куртяху с собой возьмем. Поехали. Я думаю, что-то как-то странно это самое включается. Освещение оно подключило малёх, но ничего. Поехали. Надо было, конечно, еды с собой взять, наверное, но ладно уж. Попробую просто быстро разобраться и все. Со всем там происходящим. Так, осторожно проезжаем. Да, конечно, по пересеченной местности эта машинка едет не очень быстро. Что довольно печально. Пьяное вождение. Осуждаю. Так. Пока их тут не очень много, но они тут ходят. В принципе, можно, конечно, подчистить, но, наверное, лучше просто дальше спокойно проеду. Хотя, блин, все больше и больше становится. Вот автобус был бы, кстати, неплохо спереть. Чтобы как баррикаду использовать. Ну, я подумаю об этом. Его, наверное, надо будет чинить и чинить, чтобы его так вот взять и собрали, да?
Да, лучше сбоку попробовать объехать. По прямой не выйдет. Прошу прощения. Так, осторожно, выруливаем. Угу. Найс. Уф. Не найс. Абсолютно не найс. Вообще не найс. Ух, ёпель. Очень много их, конечно, тут очень. Чрезвычайно. В принципе, если по-тихому подрезать. Нож надо будет запомнить. Блин, тут по-тихому не выйдет никакого. Да, абсолютно никак. Надо вот прям чистую зону найти вот сюда, например, да, и сюда их вести, соответственно. Это что такое было сейчас? О, what the fuck. Паралагич такой неприятный. Блин, персонаж уже есть хочет, а? Что ты будешь делать? Нож. Блин, а вот у меня скотч был с собой. С собой, по-моему, не было, кстати, это плохо. Я не подумал об этом. Жалко, что не подумал, если честно. Так, ну, давайте мы сюда часть отвели. Попробуем сейчас тут быстренько организоваться. Нет, нет. Вон тут того зомби, по-моему, какого-то из. У тебя вроде как. Давай сюда. Угу. Нет, тут какой-то impossible, если честно, это организовать, я чувствую. Потому что генератор будет шуметь как бешеный фактически. Но мне нужен бензин. Мне он необходим фактически. Без него никак. Угу.
Это что такое было сейчас еще? What the fuck? Неспортивное поведение со стороны зомби. Это возвращаются все те, кого я отводил фактически. И новенькие приходят. Активная. Не, у меня есть идея, конечно. Да, тут без шансов, тут без нее никак не обойтись фактически. Давайте. Действительно так пойдем. Ломается быстро только, но это того стоит, я надеюсь. Давай-ка обойдем. Угу. Или не обойдем. Минус выносливость. Да что ж ты будешь делать, а? Подлянство подлянское. Можно копья быстренько наварганить себе фактически. Не. Воздержусь, пожалуй. Пока что. Это давай сюда, пока умерим. Это пока сюда давай. Угу. Все, прут. Ну, выносливость не дает их теперь нормально шотать. Надо где-то передохнуть. Зато как она приятно это делает, просто не могу. Где-нибудь здесь присесть пока что. Тут более-менее спокойно. Заодно давайте перебинтуемся. Вот не терпится вам, да, подойти сюда и своей смерти отведать, ну давай. Раз вы так тут все серьезно настроены. Угу. И новая толпа идет сюда, но мне надо в дом зайти, воды попить. Ну да, я тут еду лутал уже. Mm-hmm.
Но вдруг я что-то пропустил, потому что я мог фактически... Да. Давай. Подхватываем. Угу. Бутылку воды давайте тоже возьмем. На время. Пока свою эту самую фляжку не наполним. Уля-ля. Давайте покинем помещение, пожалуй. Здорово, Квиц. Зомбоги, зомби, зомбят, зомбу, зомби. Урил. You got them right. Уёпта. Эти двое из дворца на меня напали. Герой попался, а? Парень-то. Удачно. Зомбификация лучше всех. Прям 10 из 10, я бы сказал. Ну, ты сам видишь, как у нас тут все происходит. Ух, бля. Не шутёво. Мечник, да пипец, чувак. Их охренеть как много. Стамина, не напасешься. Так, вот куда? Просто лучше спокойненько обойдем. А еще мне надо пожрать, оказывается. Пам-пам-пам-пам, давай пироженку шоколадную скушаем. Эй, пром. Да отстань. Отстань, кому говорят. Дамочка, вы это дело прекращайте. Еще один рулет давайте скушаем. Ну, кота на какое-то время еще, конечно, подержится, но этого будет недостаточно, я чувствую. Не, мод, конечно, на бродячих зомби очень противный, катастрофически ужасный. Я даже сказал, самый худший, блин, что я пробовал. Потому что он реально жесть как усложняет игру. Ёб твою, блин, мать, а! О май. Ладно. Пока не торопимся, дайте я еще и в реальной жизни тоже выпью. Угу. Сонливый, замечательно. Слава богу, у меня кофеин есть. Так, еще мы в туалет захотели. Давайте-ка мы, наверное, сходим в сторону туалетов. Тут поспокойнее вроде как. Особо никого не видать. Тут даже удивительно тихо, кстати. Смотрите, никого нет ни хера, действительно. Шок. Контент. Все, блин, как назло здесь тусуются. Нет, я этот звук отключил, кстати. Возравить.
Но я оставил другой звук. Да. Звук ручьев. О, поперли, поперли. Смотрите, стоило пописать, как тут же такие. О, а что тут у нас писает? А это, наверное, Джифан там сыт за углом. Ну, вот так и оказалось. Я чуть не надеялся на такую большую толпу. Эл, куда? Бля, был бы ключ от этой тачки, а слушайте. Был бы мне бензин. Я бы тут устроил фонг. По катушке. Ну, это скоро откиснет, конечно, у меня катана. Ее можно будет зато потом разобрать. О, дождь. Дождь, это хорошо, кстати. Это польет мои огороды все и наполнит бочки мои. Ништяк. Это ништяк. Заперто. Только тихо. Бревна, понял. Не интересует. Тут сплошные доски везде нам. Я, к сожалению, блин, отстой. Хотя это копья. Так-то. Давай копии наделаем похеру. Катану пока подсейвлю, хотя она почти сдохшая уже фактически. Минус охотничий нож. Бредово, что он не использует сначала, типа, ну, говеную херню, да, только потом уже лучше. Он, наоборот, самый лучший. Юзает самый херовый, фактически. Не. Ну, сукины дети трутся там, я слышу их. Такс, где там монтировка? Давай сюда ее. Пока у нас лайтовый перевес, дайте-ка я малех свою участь облегчу. Хотя бы так. Ну, сидим, восстанавливаем выносливость, давай. Халявная водица. Не, я все-таки добью желаемого. Слишком много перебито уже, чтобы отступать. Только отдыхать мы тут 10 лет будем, походу. Ну, давайте пока почитаем, сидим. Чтобы времени зря не терять.
Странно, что все зомби снаружи затихли. Прям вообще все. Ни одного не слышу. Подозрительно. Подозрительно. Давайте двигаться. Скушать червячков. Угу. Здрасте. Пошли отсюда. Их там только еще больше стало, я понял. Ну ладно, что. Вот я не могу понять систему распределения. Как? Они типа на трупы сошлись, что ли? Или в чем прикол? Почему их там так много стоит? Теперь. Просто, ну, по факту, если я смогу сейчас раздобыть вот этот вот весь бензин, да, то я потом месяц смогу спокойно об этом не думать. Ну, примерно, да? А что у меня с твичом? Так, он странно завис. Чуваки, ваш стрим идет? Вроде идет, да? Ну, как-то непонятно там все отображается. Давайте дальше на кофейню. Дождик каплет, это хорошо. Водичка набирается, это еще лучше. Джифан крутится, зомбеха мутится, я бы так сказал еще, если честно. Так, пистолет. Некуда класть, а у меня там сплошные эти самые, точно. Сплошные копья. Так, а магазин заберем. Для начала. Ой, ёп. Так, это мы выкидываем. Да откисни давай, блин, бесишь. Злюка зомбюка. Вот я сказал злюка зомбюка, да, и знаете, что я вспомнил? Катю самбуку, не знаю зачем. Господь помилуй меня грешного просто. Зачем я вспомнил это порождение тьмы? Не понимаю. Интересно, что с ней сейчас, правда? Жива ли она вообще? Я думаю, про нее вообще, скорее всего, уже никто не помнит.
Не, им прям там намазано, смотрите, они получают удовольствие над тем, что издеваются надо мной. Ничего, ничего, у меня купи много. Я еще и еды нашел, так что могу здесь потусить с вами. Пообщаться более плотно. Но пошла тошнота. Из-за количества убитых зомби. Хотя это может быть ожог, там заражение началось. Че, мне кухонный нож торчит, по идее, нам? Да. Вроде как. Туалет посреди кухни — это норма, я считаю. Не, ну как бы знаешь, когда у тебя стоит вопрос жизни и смерти, тебе не до таких там сантиментов, да, например, там гигиены. Вот. Эстетики, например, да, вот это вот все. Тут надо наоборот подходить максимально прагматично к этому вопросу. Захотел покакать во время приготовления яичницы, взял и покакал. Главное только не перепутать, где сковородка, а где туалет, иначе быть беде. Иначе быть беде, считаю. Так, а где мои копья-то? Я же... А, вот все, я слепой. Очень хорошо. Вот это было опасно. По-моему, туалет расположен, до него добираться долго. Проблема выживших в зомбоиде, да? Туалет. Кто бы мог подумать. Здорово, Спаркс. Привет. Согласен. Так, давайте в машине посидим, передохнем. Так, давайте перевяжемся. Такс. Давайте помажем. А, о! Прошло, ништяк. Как бег? Да, стало бегать. Я реально заколебался, чуваки, спортом заниматься уже фактически. Вот. Но вчера я ничем не занимался, потому что я вчера по делам ходил. Вот. А сегодня целый день стрима, поэтому сегодня тоже без спорта. Завтра с утра пойду по делам, а потом стрим, соответственно, поэтому пока. Как ты так? Ну, пару дней точно надо отдохнуть, потому что реально все болит. Когда все болит, как-то, ну, неправильно, на мой взгляд. Так, пока более-менее спокойно, давайте мы сходим
в местный клуб залет, прочтем там книжку заодно, кстати. Заодно справим нужду. Пойду в женский. Кто меня остановит в конце концов нам? Let's go. О, да. Плюс 39 страниц. Все, книжка прочитана полностью. Выкидываем туалетную втулку. Уходим. А у меня запасная бумага-то с собой есть? О, oh, ноу. No. Неужели нету? Нету, блин, ну ладно. Ничего страшного. Так, большая часть зомби все еще стоит. Я хотел сказать то, что она разошлась. Ни хера подобного, она все еще здесь тусуется и все еще меня бесит. Фак. Ладно. Окей, давай. Пардоньте, у меня копья кончились. Угу. Так, давай тоже на спину. Я все-таки пробьюсь. Желаемого добьюсь. Да, сукины дети, а? На секунду показал, что я Уолтера Уайта убил. С Breaking Bad. Ой, блядство. Здорово, Мишутка, еще раз. Как дела? Камон, everybody, ёп, моё, отходим. Просто жесть. Чё, и с зомбями этими воняет, из-за чего персонажи, типа, здоровье покапится. Да, не ситуация, а полнадствие, конечно. Я только хотел туда залезть. Там посидеть, переляхнуть. Ладно, понял. Без вариантов, походу. Давайте на другое место пойдем. Туда, например. Может быть, еще копий тогда наделаем. Или нет? Ладно, сиди просто на земле тогда, окей. Ну кто?
Бомжи херва. Коля, бомжи. Неужели мне придется отступить? Я не согласен. Я хочу все-таки получить желаемое. Да, ну как это сделать? Вот в чем вопрос. Вот там зомби с оружием ходит в спине. Так, не-не-не, никаких сонливостей. Давайте без этого, дружок, пирожок. Угу. Я понимаю, что я могу передоз поймать. Я понимаю. Но, блин. Видишь, у меня процесс творческий идет. Я художник, я так вижу. Но это было бы интересно, конечно, умереть от таблеток кофеина. В этой ситуации. Последнее копье. Зомби меньше не становится. Блять, как назло, большая толпа идет в мою сторону. А, да что ты будешь делать, а, сукины дети? Свежий йогурт нашел, не шутя. Нормально так. Еще и кашлять начал, ну вообще отлично. Тут еще одно ведро есть, но я, наверное, его не буду брать. Воздержусь, пожалуй. А вот болты захвачу. Давай. Давайте евро заодно скушаем тоже. Пока тут сидим. О, я наконец-то потерял лишний вес. Я только теперь не в форме. Надо фитнес качать. Ух, жесть. Что-то мне не нравятся те звуки, которые я слышу на улице. Реально непонятные какие-то сирены раскатывают. Я надеюсь, ничего такого не произошло, пока я тут сидел, стримил с вами. Иначе было бы обидно. Так, ну отлично. Меня потихонечку пускать начинает, это хорошо. А, давайте посидим, соответственно, подождем, пока они там успокоятся. Я тоже подугомонюсь. Сидин. У меня был где-то, но на базе. Он у меня на базе. Ну не, уже полегче стало. Сейчас просто тошнота. О, здрасте. Я думаю, что персонаж просто надышался на самом деле. Смотри, сейчас ко мне, сука, пойдет. Мразь.
ублюдок. Хренов. Давай, ну ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Там оставайся. Сука, должен заправить генератор. Блять, я его не вижу, чуваки. Подключение генератора к сети, давай. Здорово, хобот. Давно не виделись. Ёперный стыд, а? Да что такое? Сколько вас тут, а? Бесит. Бля, стащим драться теперь. Ну, теперь все зомби знают, что я здесь. Учитывая то, как эта монтировка шумит. Умел же фан, деревья гнулись, ночка томная была. О, ошибки посыпались, а чё так? А чё так, с чего? О, вроде перестал. Так, ладно, этого хватит для начала, я думаю. Чё-то не то с канистрами происходит, по-моему, гайс. Как-то они подлагивают. Непонятно. Хер с ним, заправляй. Не такая наигромкая, но знаешь, мне как с Ники крысья все громко теперь. Ну, блять, прутся, смотри. Да, что-то не то с этими самыми произошло, походу. Ошибки начали сыпать на... Вот. На канистру, когда в руке находится, интересно, почему. Давай в темпе. Кто знает, почему у меня при открытом браузере проскакивают какие-то звуковые артефакты. То обрывок фразы, то музыка. Вот честно не знаю, чувачок. Затрудняюсь даже подсказать адекватно на эту тему. Я бы и рад ляпнуть. Но без идей.
откровенно говоря. А если буду по литерку брать, то нихера не происходит. Интересно. Интересно. Это было сейчас, конечно, максимально опасно. Так, начинаю жадничать, дайте-ка я лучше, наверное, отступлю героически. Джифан должен быть живым, а никаким иначе. Скрытая реклама, которая без звука у меня проигрывается, у меня глючит и прорывается. Я бы сомневался в этом, потому что, ну, сколько я пользуюсь отблоком, да, у меня ни разу такого не было, абсолютно ни разу. Переустанови винду, но это тоже сомнительный какой-то совет, я считаю. Я бы на троянчики всякие покопался, на вирусняк. Я бы в эту сторону стал копать, если честно. Вот. Так, ладно, давай, пока все вдалеке находятся, бегом. Еще одну канистру запитать. Хочу. Кошмар. О, Иисус. О, Иисус. О, май. О, май гад. Да бери давай. Тут сейчас сказал hello. Может, ты в чатике с кем-то сидишь просто? Или не знаю, может, у тебя голоса в голове. Кто знает. Оно ж так. Ну, безумие приходит невзрачно, нежданно, негаданно. Когда ты его совсем не ждешь. И то, и другое вырубил. Загадка. Блин, короче. Пока гроза. Какой живучий говнюк, а? Ну не, здесь уже не пробиться никак. Надо отступать. И с ружьем сюда возвращаться. Ой, бля. Так, окей, окей. А чё у вас так много-то резко стало? What the fuck? Понял, вливаем. Просто уходим отсюда. Просто здравствуй, просто как дела? Пойдем в лес, короче. Вот там посидим, потусуем. Так, не пойдем-ка мы здесь, пожалуй, да? О нет, это походу шторм, короче, который надолго причем будет херачить. Упс. У меня ни оружия, ни патронов, ни еды. У вас. Джифан, ты великолепен. Как никогда. Я прям в восторге от тебя, чувачок.
Так, ладно, давай. Копья. Все. Желательно. Я надеюсь, зомби забудут, что я здесь тусуюсь. Что они не заметили моего захода сюда. Я очень надеюсь, что мы им это место не интересно. Так, ну пить мы пока не хотим. Давайте чпонов сожрем. Да, дело швах. Зачем с собой сломанные ножи? Я их потом починю изолентой. Вот и буду использовать. Поэтому пускай будут пока что. А мне зажигалка кончилась? Нет, не кончилась, все еще есть. Надо от тошноты избавиться. Ну, походу, я тут какое-то время буду тусить, судя по всему. Поэтому давайте-ка мы расположимся с комфортом, пожалуй. Поспим. Ну чё, чат, как у вас дела, как у вас настроение? Надеюсь, у вас все хорошо, а не как у моего главного героя, у мистера Джино, который мазгрув. Эх. Ну зато, кстати, всю кровь почти смыло с него, по большей части, смотри, за счет дождя, да? Удобно. Это действительно удобно. На работу не надо ходить, да. Да, ну, с другой стороны, у него как будто бы есть работа, да, по очистке территории от зомби. Такое себе. Короче, я для себя открыл медовуху под названием Мед Джорни. Я сейчас ее употребляю, соответственно. Сладкая пипец, но прикольная. Она вишневая. Давненько я медовухи не пил. Мне пока по настроению. Волонтерство? Ну, знаешь, это было бы волонтерством, если бы здесь не было выгоды как таковой. Да, и пользы, в принципе, для самого себя. Но Джифан это делает с выгодой для себя. Он вынужден это делать, потому что иначе у него не будет топлива. А если у него не будет топлива, то у него не будет генератора. Если у него не будет генератора, то у него не будет еды. Если у него не будет еды, то он сдохнет. Вот прям такая логика идет. Но походу придется, короче, здесь еще один день провести 100%. Как генератор связан с едой? У меня разбит небольшой огород. Весь урожай, который там поспеет, полезет в холодильник. Холодильник должен работать. Чтобы холодильник работал, нужно топливо, электричество. Электричества как такового нет, а оно есть только за счет генератора. Ну и вот, соответственно. Это такая, знаешь, длинная цепочка. Логическая. Но какая есть? Что же у меня с вебкой-то опять не то происходит? А, я именно с этой стороны потемневший какой-то, да? Ну давайте сейчас тогда... О, в разы лучше, я перестал быть зловещим. Правда, теперь смотреть более. Сажай овощи каждые 4-7 дней. Интересная тактика, конечно, но нет. Слишком запарно, это надо считать.
Я не знаю, сколько у меня персонаж даже живет, потому что я, в принципе, не ношу электронные часы. Вот такой вот я человек. Понимаешь? Такс. Мне вот это надо сделать. Будет потом. Зомби кругом наяривают круги. Вот что меня бесит. Надо будет потом еще острых камней насобирать. По-хорошему. Про растения зомби. Я вот сидел, думал об этом сейчас буквально на самом деле. Но так как я в какой-то, знаешь, не особо безопасной локации, то мы не особо спокойно спим, поэтому сны про растения зомби будут в следующий раз, надеюсь, когда я буду в собственной кровати спать. Сейчас я, наверное, рискну здоровьем, да, и попробую все-таки врыв сделать очередной. Сворачиваем, запаковываем. Писаем в углу. Ему аж дождевик пришлось снять ради этого, смотрите. Ух, блять. Делегация злоебущая, блин, а. Но эта погода может не на руку сыграть, в принципе, тоже. Только на молния бьет. Ну, примерно мы в такой ситуации сейчас и находимся, фактически. Нихера не вижу. Здорово, Ред. Как дела? А добрая ли ночь, как говорится, да? Учитывая все происходящее. Работаешь, бедолага? Бедолага. Мы вот тоже тут работаем, фактически. Так, ну тачка, по-моему, где-то там была. Пауза. Блин. Да, я знаю то, что там генератор работает, и это самое приманивает их. Но я надеялся на иной исход. Очень надеялся. Ух, бля, нихуя. Вообще их тут не так уж много. Было бы у меня побольше копий, можно было бы даже что-то организовать, фактически. Давай быстрее, пес. Бля. Хотя бы столько. Газуй. Давайте отъедем отсюда. Генератор пускай стоит, дорабатывает, наверное. Потому что я его не отключу, я хотя бы пачку набрал канистр уже. Плюс. Давайте вернемся домой. Блин, люблю, конечно, когда такая погода в зомбоиде. Прям максимально интересно становится выживать, если честно.
Потому что нихера не видно. Все сложно. Но я еще и не туда поехал. Фак. Еще немножко осталось, но главное дожить. Я верю в твои силы, ты справишься. Ты сможешь. Так, 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 ништяк. Фуф. Блин, в такую погоду кататься, конечно, такое себе удовольствие, если честно, вообще ничего не вижу перед собой. Ну да. Вот тому наглядный пример. Но генератор надо будет оттуда забрать. Он мне нужен еще. Как это только сделать? Вот в чем вопрос. Не, ну можно, конечно, все решить старым дедовским способом, фактически нам. Который всегда работает по-своему, конечно, но 50-50, если честно. А куда я еду вообще? Сюда, потом сюда, немножко здесь, немножко сюда, и вот так, по идее, да? Да. Так, давайте заправим эту тачку. Я планирую ей пользоваться дальше, если честно, пока что. Интересно, какой мод так погано обновился, что, блядь, терканист не работает нормально, а? Бредятина. Так, забираем. Раз. Два. Так, поставить тыц. Тутс. Тыц. Ну, not bad. Сойдет. Так, мне нужна вся моя изолента. Давай сюда. Поехали чинить. Так, нет, это не то. Во. Это мне нужно, давай. Угу. Я бы не сказал, что с них прям падает большое количество ножей, если честно. Ни хера подобного. Я как-то не так уж и много этих ножиков наблюдал. Поэтому приходится вот так вот пока что чинить. А прочка у меня только к троечке подходит постепенно. Да хрен с ним, слушай, не критично пока что.
по половине каждого, его вон отчинили, и то хорошо, в принципе. Не, кухонных, кстати, не так уж и много тоже, если честно. Как-то маловато было. Так, давайте объединим. Рулончики скотча. Угу. Так, это можно назначить на... Ну, давай сюда. Фикс набой. Угу. Фуф. Да. Просто мхех. Процветает, это хорошо. Процветай дальше, давай. Еще одна канистра. А вот эту бутылку можно на улице набирать, интересно. Было бы круто, если да. Но нет, ну окей, мы сейчас интереснее поступим тогда. Давай. Сейчас просто в нее наберем. Набрать воду в большую бутылку. Да, давай. Будет наша вода для полива. Еще одна. Отлично. Ой. Живем потихонечку. Помаленечку. Так, поставить. Пускай стоит здесь. Микроволновки стерилизовать. Не, это чисто для полива именно. Она так. У меня воды пока питьевой хватает, в принципе, слава богу. Благо она у меня есть. Пугает тебя? А ты можешь этот... Блин, хотя нет. По идее не можешь. Я хотел, типа, предложить через микшер громкости позыркать, да, откуда звук идет. Попробуй, наверное, браузер закрыть на минут 5-7, да, посмотреть. Вдруг это не из браузера вообще звук идет. Так, что, давайте скушаем. Тебя получается нам. Шоколадку. Ну и поедем обратно, потому что что еще остается делать, блин, надо пытаться. Все-таки я считаю. Давай только с собой еду свою заберем. Угу. Когда в Еву играю, браузер закрыт, все норм, хоть 6 часов ага, открою, так, там вики или карту, это херь. Может, у тебя какое-то расширение непонятное стоит просто. Которое накидывает реклама. Я бы в эту сторону стал копать. Если честно. Так, спасение рядового генератора. Поехали. Как раз рассвело, дождь более-менее утихомирился. Google документ онлайн, вот все мои расширения. Ты как это самое, как кот Матроскин, лапа, усы и хвост.
Вот мой документ. А что у тебя за браузер? Отблока нет. Ну, слушай, а попробуй его поставить. Может быть, тогда перестанет. Потому что я слышал такую тему про то, что Twitch интегрирует различного рода рекламу, да, в себя, фактически. Вот, но так как я постоянно пользуюсь отблоком, то, ну, я особо рекламы это не получаю. Поэтому мне, по сути, даже представить сложно, что там может быть, как таковое. Глаза мои вас не видели, товарищи зомби, сейчас. О. Театр стукнулся. Надо будет потом здесь как-нибудь дорогу подрасчистить, все-таки я считаю, от вот этих вот завалов автомобильных, потому что, ну, максимально неудобно, конечно, вот так вот проезжать. Но это если буду часто кататься в эту сторону, ну, если за бензином, то да. О, 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 пиздец. Ладно, поехали, просто вперед прокатимся, посмотрим, что дальше есть. Ну вас нахер, чуваки. Ну ты нашел, конечно, время, когда заглохнуть. Максимально вовремя. Не, реально, походу мне придется как унабомбер жить банально в лесу, короче, и без электричества. Все к этому идет. Откажусь от благ цивилизации, перестану видеться с людьми. Да. Звучит как план, мать твою. Не иначе. Дверца отличается, я забыл, что делать. По идее, у тебя должно автоматически обновиться. Он тебе должен предложить обновить модец. Либо вышел апдейт, когда мы запустили стрим. В принципе, тоже может быть. Так-то. Опа. Интересно. Любопытно. Какой-нибудь кэпчик, да, есть бы кэпчик. Кэпчик зомбоид особо не играет теперь. Так, здесь был некий курильщик. Он тут жестко нагадил. Фу, кто, блядь, гадит на кухне, а прям.
Варвост какой-то. Кошмар. Туалет же рядом был. Хотя, с другой стороны, зато можно вот это спереть, кстати. Тут из этого кулера мылись. Либо пили воду. Так что да, я его, наверное, не буду трогать, этот кулер. Ну нафиг, вдруг там вода заражена. Или типа того. А, это нельзя вскрыть, ну тогда разбивай. Упаковка табака пойдет со мной. Давай. Пускай будет. Туалетная бумага у меня кончилась, кстати, берем. Ключ. Это можно фонг-тачку, получается, устроить, если так подумать. Почему здесь так мало зомби, кстати, а? Спрашивается. Хоть философское негодование у меня возникает из-за этого. Версия не совпадает. Ну, сейчас тогда ребутнем сервак, чтобы ты смог запрыгнуть. Панда, ты здесь? Ты меня слышишь? Панда, ответь, я взываю к тебе. Явись на мою молитву. Без бензина, понял. О. Вот это, кстати, полезная тема стоит, смотрите-ка. Эта тема полезная. Угу. Так, панда, походу, на рейде находится, или в Альтабе, либо еще где. Пандусик. Панденыш. Побандопало. Замираем. Раз. Да что такое? Опа. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, игроки, панда. Сейчас я ему тогда в личку стукну. Ребут через 5 минут. Так, ну я ему написал ВС. Надеюсь, он услышал. Но он, походу, отошел от компа. Просто-напросто на базе сейчас сидит там. Книжки читает или типа того. Противогаз здесь на какой случай? На случай, если много зомби ты убил, да, они валяются, они воняют. Вот мне он буквально сейчас очень сильно нужен был. Поэтому я его спер. Для этих целей.
Потому что зомби жесть как воняют. Такс. Еще немного бумаги, отлично. Шина стандартная, что странно. А. Тачка вроде тяжелая стоит, а шина стандартная, интересно. Так, давайте половину скушаем. Так, ну у панды еще 2 минуты есть. Как минимум. А чё, куда? А, да, небольшой ребут хочу сделать, потому что, походу, мод какой-то обновился. Друхари зайти не может. Есть этот кайф, сейчас. От души. Оп. Оп. Ресет, ну ресет. Я ресетну ваши души. Так, ну давайте пока ребутик. Я вам сейчас музончик прирублю. А сам отойду на пару мгновений. Сброшу груз ответственности, если можно так выразиться. С кайфом сидел на очке. Я рад тебя слышать. Рад за тебя, точнее. Рад тебя слышать в этом плане. Окей. Спасибо, что сообщил. От души, душевно в душу. Что может быть лучше? Как говорится. Не, я просто хочу от медовухи избавиться в организме. Вот все. Ой, какая же она сладкая все-таки, а. Жесть. Просто жесть. Так, давай. Зомбоид, запускайся. Я, кстати, начал смотреть 7-й сезон. Ходячу. Жесть. Просто жесть. Начало там, конечно, даже меня немножко перекоробило. Интересно, чем это дальше все закончится. Нравится? Ну, прикольно, да, прикольно. Но жалко, конечно, пипец. Ниган, да, Ниган появился. Полноценно, наконец-то. Лютый тип, конечно. Ну вот я, получается, перед стримом вторую серию посмотрел вроде как. Сегодня, наверное, ночью посижу, посмотрю еще парочку серий. Но мне завтра рано утром вставать, конечно, блин, я в кино пойду, блин. На мультики. Ну ладно, так и быть. На что не пойдешь ради... Не важно. Какой классный трек, кстати, а? Такой чуленький прям. Балдеж. Ради того, чтобы не быть раздраженным, именно точно сбросить стресс и скуку, точнее. У меня, по-моему, часть книжек отсутствует на книжной полке. What the fuck. Надо будет по квартире порыскать, поискать, где они вообще находятся все. На место поставить. Я, кстати, попробовал Baldur's Gate 3 в кооперативе. Беспонтово вообще максимально. Это и раз заточено под сингл и все. Мультиплеер там не нужен, я считаю.
Так, все, пока инициализируется, я быстренько отойду и скоро вернусь. 5 секунд. Что-то обновилось, а что непонятно. Там походу какой-то мод убрался из Стима, что ли, самый последний, который у меня был в списке. Интересно, какой. Неважно. Потом разберусь. Так, ну что, поехали, получается. Давайте на паузу. Я, если что, народ, микрофон передвинул, что-то микрофон, вентилятор поставил более бочковым образом по отношению к себе, поэтому если будет странно задувать микрофон, вы мне дайте знать, я его переставлю обратно. Вот, потому что мне хочется все-таки, чтобы чуть посвежее было в комнате, потому что у меня ветер вообще сюда не задувает ни хрена. Так, ну что, поехали. История вашей смерти. Который раз. Давай. Let's go. Так, ну что, попробовать устроить художественный фильм с пизделем? Или пока рано? Давай хотя бы здесь осмотримся для начала. Блин, спать уже хочешь? Рано как-то. Что собрался? Пиздить свой генератор. Свой генчик хочу вернуть назад. Let's go. Упс. Такс. Велосипед себе нашли, ништяк.
Блин, знал бы я. Я бы с этим сраным генератором сюда приехал. Опа. Смотрите, бродит. Призрак по Европе, призрак коммунизма. Это выживший какой-то. Походу. Прям по затылку. Василий Золотецкий. Не. Прости, Василий, но тебе это не понадобится. О, бухарик. Нормальная тема. Его похоронить по-хорошему. Да, получается, нашел друхаря, все верно. Ай, блин, у меня лопаты с собой нет, к сожалению. А, сейчас что-нибудь придумаем. Так вот, чья это какашка была, получается, там, я понял. Я все понял. Все встало на свои места. Понятно. Так, ладно, иди сюда. А где кнопка-то подобрать тело? Эл. Во. Эч. Давай мы тебя где-нибудь в сторонке положим. Здесь, например, внутри. Куда зомби не зайдут. Угу. Почему тело видно? Не знаю. Мод работает как-то странно, но, по-моему, на тела и на все остальное, типа, это два разных мода, если что. Так, связка ключей. Скидываем. Пожалуй, все заберем. Рюкзак. Поставить. Так-так, туалетная бумага. Кофеин заберу, пожалуй. Спички, скотч снотворная, рации, бронежилет покусанный, кстати, патронтаж, сигареты, картечь, патроны, ножницы, мыло, пожалуй, побрезгуем, книжки, карта с заметками, возьмем, посмотрим, маундер берем, изолента забираем, косячок. Медицина. О, детка, вот это ты, конечно, мне вовремя принес. От души, братан. От души. Собираем. Жгут. Неплохо. Так, ну тут уже такое. I live, I die, I live again. Давайте здесь положим. Лопата у него нет, случаем слушать. Не, лопата у него нема, к сожалению. Дайте крестик тут положим рядышком. Да, блять, прекрати дергаться. И браслет тоже. Давайте положим рядышком. Обновился мод, что я сомневаюсь, что это он. Хотя, может быть, слушай. Кто знает. Кто знает. Так, различная одежда, кепки, штаны, джинсы, штаны. Угу. Швабра, гвозди, гвозди некуда класть. Давай сюда тогда. Швабра, давай два копья. Угу, ништяк. Так, карта с заметками. Марш Ридж оставил пистолет. В магазине есть запас. Амирируют, кажется, они пошли сюда.
Понял. Поставить здесь. Так, нет. Во. Так. Рип Василий. Во. Сойдет. Угу. Так, ну, давайте мы ему сигаретку оставим, наверное, на память. Вот бурбон я не оставлю. Бурбон я заберу. Так, идем дальше. Слушай, я надеюсь, что найдет на самом деле супостата, потому что реально как странно. Пистолет. Походу, Василий Золотецкий застрелил. Прискорбно. Прискорбно. Так, окурок давай сюда. Блин, ну у меня теперь весь рюкзак забит так добром всяким разным. Давай это пока в кобуру возьмем тогда, наверное. Перед смертью бухал бурбон, не добухал. Нет, не застрелился, видимо, с пистолетом он ходил. Потому что все патроны на месте. Интересно. Так, деньги давайте заберем. Тут машинка интересная, конечно. Стоит такая. Такс. Красотка машинка спортивная. Прям секси. С канистрами. Но у меня уже этих канистр целый вагон фактически. Хотя, блин, если сюда принести генератор. Надо, короче, сюда действительно тачку подогнать, куда скидывать часть того, что я нашел. Там внутри кто-то есть. Ну хотя бы так, давайте сделаем дело. Угу. Пошли. Заперто. Понял. Придется взламывать тогда. Ну давай. Сейчас вскроем. Да что такое? Готово. Иди сюда. Отлично, я считаю. Так, это мы читали. Это карты. Not bad.
Я считаю. Ну, сейчас тогда сюда тачку подгоним. Такс. Перед тем, как это сделать, положи это пока сюда. Так, это пока положи тоже сюда. Угу. Так, давай-ка зашупим самолёх. Шопинг с Жифаном. Опасная вещь. Можно остаться без штанов. Ну, не такой уж и шопинг, на самом деле, потому что тут не так уж и много фактически еды. Ну, хоть что-то. Угу. Да, даже сигарет не очень много, если честно, но ладно, сойдет. Так, поставить пока сюда, давай, пускай стоит. Давай-ка мы, наверное, сгрузим все вот в эту корзинку, то, что мы нашли. Полезное. Угу. Патроны, сигареты, пистолет. Спички, спиртовые, кофеин, неболин, торчин не помещается. Понял. Принял. Пошли тогда за тачкой. Отсюда работу найди. Это она, походу. Ну, по крайней мере, выглядит схоже. Но вообще, по сути, изначально же машина охотников за привидениями — это просто машина скорой помощи. Вот. Так что это типа, ну, машина скорой помощи, ну да, она и машина охотников по-своему. База у них в пожарке, ну как есть. Хотя, может, это им пожарная машина. По-моему, это все-таки задача скорой была. Ну, может быть, да. Может быть, кстати, слушай. Я почему-то помню, как именно скорую. Любопытно. Так, карта с заметками. Что там у нас? Удачи. Мы пока здесь, надеюсь, скоро увидимся. Понятно. Действительно, удачи. Зомби начинают сюда переться. Потихоньку уже. Да, what the fuck? Вас же тут только что не было. За бред. Бредовый. Блядство. Есть, когда зомби вот так вот отпрыгивают, малёх. По шесту съезжали, я давно смотрел. Честно скажу. Ну и знаешь, по шесту много кто съезжает. Стриптизеры, например. Но это же не значит, что у них машина своя служебная есть. Охотники на кошельки и папиков. Такс.
Поехали. Окей, я вас понял. Вас тут до хера, походу. Так, давай в темпе вальса. Оп. Найс. Поехали. Отъедем теперь сюда, выходит. И сейчас попробуем жестко зафлексить, получается. Давай сюда. Так, сюда, 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 закрываем. Ну чё, фонкер тайм получается, да? Поехали. В идеале, конечно, туда на двух машинах так приезжать, но, блин, у меня вариантов особо нет, к сожалению. К сожалению, особо нет вариантов. Так, это давай сюда, наверное. 25 денег, ех. Но только тело уже много валяется, вот в чем беда. Как бы меня не это самое не подкинуло нахрен на этих телах. Но заносит ее, конечно, из-за этого интересно довольно-таки, на мой взгляд. А, цель справа? Да не, нормально. Так даже веселее, если честно. Я рисковый парень, вы сами знаете. Больше и больше идет, больше и больше, больше и больше, больше и больше, больше и больше, больше и больше. Хеллоу. Неловко вышел. Ну, я поэтому и выехал, да, потому что движок красный был. Я поэтому и дал по тапку. Да, блядство. Так, время творить херню получается, да? Да.
Херня сотворена. Гену выключил, там походу бенз кончился. По идее. Нет, работает еще, смотрите. Бич. Два патрона. Я последний для себя оставлю, пожалуй. Мало ли чем. Копии уже кончились, оказывается, вот это вот удивительно. Пошли отсюда. Ты, вот лично ты, пошел нахуй. Ты слышал? Не, я успел подобрать. Не, я их подобрал. Я их все подобрал. Так, зовем зомби всех сюда. О, гвозди. Берем. И пошлите к тачке своей, получается, туда-обратно. Темнеть, конечно, начинает. Но хотя бы дождь закончился уже. Хорошо. Давайте батончик сожрем, пока идем. Какой-то магазин. Надо будет потом заценить. Бензиновые войны какие-то прям. Ну, этих можно перебить, я считаю. Которые здесь ходят. Чтобы они мне не мешали кататься. Я типа на самом деле этот самый, как его, порочный плод секса между Яндекс Курьером и Delivery Club и самокатом. Райан Гослинг, да, почти. Барби Герл и на Барби Ворлд. Батл пластик. It's fantastic. You can touch my dick and fuck me everywhere. Нет, стоп, это другая песня получается абсолютно. А ты куда паузишь?
бич. Так, ну все, этот нож уже чинить смысла нет особо. Где там тесак? Угу. Пошла жара. Изолента. Давай допивай. Давайте их всех на дорогу выманим, чтобы понимать, сколько их тут ходит, в принципе. Ну, вроде бы не так уж и много, кстати. Ну да. Я думаю, дождевик можно снять на самом деле. Давайте. Где там наш шлем? Эй, услышь, куда? Сюда иди. Угу. И в мою сторону идет небольшой пак. На майн пускай подходит. Когда их так немного, то даже в радость становится их мочить, если честно. Темно только, блин. Давай-ка мы фонарик возьмем. Я, честно, рассчитывал, что машины хватит на побольше. Вот честно скажу. То же самое мог про тесак сказать, если честно. Тоже не ожидал, что он так быстро кончится. Ну ладно. Хрен с тобой. Как говорится, нам... Так, давайте починим. А, тебя починить нельзя, к сожалению. Блин, это вот отстойно, конечно. Ладно. Что по-своему странно, конечно, то, что его нельзя починкать. Не, я тоже на дубинках молотках часто бегаю, но... Просто, ну, основная идея моего персонажа здесь, да, в том, что он стелсовый, как крыса. Вон, видишь, у него скрытность аж на пятерке фактически. Вот, ну и, соответственно, чтобы меньше шуметь, то я решил на короткое режущее еще пойти. Поэтому в открытые бои вот такие я вступаю на максимальный режим. Там просто, ну, принципиальный вопрос с этой заправкой получился, поэтому приходится вот так вот... изгаляться, откровенно говоря. Да ничего, ничего. О! 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 О-хо! О-хо-хо! Иди сюда, к папочке. Стримрут, стримрут, стримрут. Оп, да. Сюда. Come to papa. Hell yeah.
Да, ну и говно. Эти ваши топоры. Окей, все, и вынос закончилось, нахрен теперь. Ладно, пускай болтается. Может, потом какое-нибудь применение найду, не знаю. Надеюсь, меня на машине никто не собьет, если честно. Но я думаю, что все будет в порядке в этом плане. Давайте отойдем по ссым на обычную. Деревья руби, делай копья. Это да. Это мысль. Я хочу до тачки доехать, если честно. Поскорее, потому что темно. Я эту местность не знаю, а из этого леса на звуки топора зомби сойдутся. Короче, ну невыгодно это банально. Слишком много риска. Я считаю... Поэтому пока что просто идем. По идее, уже недолго осталось. Так, кухонный нож давай закинем тоже на пояс. Вот здесь порубать деревца можно, в принципе, потому что мы уже подошли к базе, факте. Ну, как базе, к машине. Она технически наша база на колесах, да? Вот. И можно, соответственно, будет чем-то таким заняться. Но это надо, чтобы стало светло. Давайте поспим. Так, пам-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 пам. Оп, это можно удалить, получается, давай. Вот так вот, это вот так. И вот так. Сны о зомбях, поехали. Так, туманная опять, да, получается. Ты. 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 Давайте по дешевке пойдем, наверное. Преимущественно. Поехали. А чё так близко-то, волк? Жёстко. Поехали. Водяной шрум прям. Йо, я балда. Нет, стоп, рестарт. Да, я херню забыл. Как мобильные есть ачивки? Слушай, не знаю, если честно. Потому что у меня версия народная. Поэтому некоторые моменты для меня могут быть не совсем понятны и открыты. Да, Гайвен, ладно, похер, давай так. Попробуем. Она аж в стиме, типа, не продается вроде как. Вот это конкретно, да. Электроники же владеют на нее правами, по-моему. Инк. Так. Где-то здесь что ли идет? Да, вон он. Тащится.
еще спим. Отлично. Но я и мобильную версию 1000 лет назад играл. Ну, типа, когда iPhone 4 был, я весь этот Plants vs. Zombies задрачил фактически. Весело было. Но давно. Так, ништяк. Ну давай теперь здесь вот так вот поставим еще ряд. Без водных растений пройти бассейн. Даже без кувшинок, типа, что ли? Но это как-то слишком радикально, я считаю. На трех стволочках? Ну, как вариант, кстати, да. На трех стволках, в принципе, действительно возможно. Так, ну что, давайте попробуем все-таки это самое. Доказать, что генератор должен принадлежать нам, а не кому-то еще. И попробуем бенз, наверное, там слить. С другой стороны, соответственно, на другой заправке. Охереть вас тут, ребятушки мои. Ой-ой-ой-ой, нет, тут не достать. Его тут не достанешь, блин. Вам, поехали отсюда. Алло. Да, мне надо автомех качать. Ладно, как-нибудь потом сюда вернемся еще, я думаю. Как-нибудь потом. Пока надо, наверное, базой позаниматься. Так, у меня что-то перекусить есть? Есть. Хлоп, я Космостарс, наверное, их не буду есть пока. Подсейвлю. Наверное, когда утро будет, я пойду на это самое, на разведку, короче, пособирать свой малёх, точняк. Давно не занимались, наберем веток заодно на копье, может быть. Как вариант. Да вы достали под колеса бросаться, а? Сумасшедшие. Не, технически, конечно, можно прикольнулся и приехать туда на тачке с мигалками. У меня она даже есть, но она в отвратительном состоянии. Я далеко на ней не уеду, банально. У меня там движок дохлый, просто кошмар. Но у меня у всех тачек фактически движки дохлые, кстати. А чинить я их пока что не особо могу, к сожалению. Что-нибудь придумаем.
Главное, что здесь особо зомби нет. Еще мне дробью въебало, как бы не зарядит. Это будет смешно, конечно. Так. Так. Давайте умоемся. Благо, теперь даже есть где это делать. Айда. Так, ну и пока он умывается. Ай, ладно. Неважно. Я электронику вообще не качаю, кстати, это плохо. Она мне пригодится фактически потом в будущем. Так. Это можно снять, я считаю. Такс, ну чё, раз мы на базе, давайте базироваться, получается, да, всячески. Давайте что-нибудь приготовим. А вот тут, дорогой мой хобот, и кроется загвоздка. У нас стоит мод, который режет сильно спаун часов на зомбях. Поэтому... Хи-хи. Ха-ха, как говорится, да? Часиков особо нет. Да ничего. Что-нибудь придумаем. Так, а пока давайте омлетец все заготовим небольшой такой. Действительно, делов-то согласен. Как нихер делать? Не, я преимущественно в этом ранее, типа, избегаю встречи с зомбями. Ну его, как говорится, нафиг, да? Так. Понял. Давай вот так вот тогда. На девятку перейдем пока что. Коллиматор на пистолет этот можно, да, вместо мушки просто надо поставить, давай. Странная какая-то мушка, конечно, которая и на винтовку, и на пистолет, и на пятый, и на десятый остается фактически. Очень не хватает. Одной вещи под названием, блин, ножны. Натурально не хватает. Какой нормальный вес? 80. Стандартный вес. Так, давай перекурим.
Да, поле непаханная работа. Так, ну пока что генератор можно выключить, я считаю. Это. Выключить, давай. Так, ну здесь мне все в принципе необходимо. Тачку мы, получается, разгрузили, да? Так, мы там какой-то еды набрали, помнится мне. И кучу медицины. Ништяк. Угу. Ну давайте мы это потом, наверное, разберем. Давайте все-таки действительно займемся чертовым лагерем своим, потому что это невозможно уже банально, я считаю. Надо раздобыть себе все-таки здесь такую чудесную вещь под названием как склад. Мне нужен склад. Вот и все. Так, поставить. Давай-ка пока сюда повесь. Наушники и плеера еще встречаются. Да, они есть. Они встречаются, все верно. Они в этом плане помогают. Тут ты прав. Так, ну что, айда работать. Джифан Марстон какой-то получается. Эх. А, так, берем в основную руку. И в дополнительную руку. Пошли. Сначала, наверное, порубим, потом уже будем строить. Придется пару дней, видимо, на ерундистике всякой. Хотя, стоп, нет, чё я парюсь? Давайте сначала, наверное, походим, пособираем лучше. Пока относительно светло, хотя, блядь, с другой стороны. Не, давайте порубаем. Не будем это самое растекаться по древу. Давай. Пошли. Ладно, чтобы зомби не вышли на звуки эти. Надо поактивнее выносливо скачать еще заодно. Ну вот на дровосечестве покачаемся, кстати, по идее. Только оно на месте стоит, нихера не копится. А что, фитнес серьезно от этого не качается? Прискорбно. Ну ладно. Будем тогда действительно спортом заниматься. А, зато сила качается, кстати, от этого. Ох. От бега, ну, придется побегать, действительно. Ничего.
Мы из него сделаем спортсмена настоящего. И сейчас 10 тысяч зомби выходят на меня из леса, и все, и пиздец. Так, давайте вот это последнее. О, древнее зло там на фоне пробудилось. Жаждет внимания. Так, берем в одну руку, давай. Загружаем. У меня, походу, гроза на улице началась. Петь, забрасываем. Сколько? А, о. Это интересно. То есть, получается, я могу целую пачку таких насобирать, да, и закинуть в этот самый. Интерестинг. Любопытно. Ну ладно, учтем. Поехали. Какой смешный байк. Что-то шатается. Еп. Жалко, что он медленно по пересеченной местности, так бы ему цены не было вообще. Если бы он шустро наяривал. Мы тебя заранее развернем как-нибудь так. Вот сюда. Ага. Такс. Давай с вас двоих начнем. Надо бы потом со всем этим еще запариться. С тейблами. Фекс. Давай, поехали. Ну, ща мы тут все устроим богемное местечко, я считаю. Заживем, забалдеем, закайфуем. Будет фактически мэншн самый настоящий. Особняк Джифана. До первого бандитского рейда, конечно, да ладно. Так, стенка готова, отлично. Ну, точнее, каркас. Дальше, наверное, стоит пока похерачить мб. Да не, давайте стену все-таки дальше строить. Потом мы ее улучшим. Такс, давай дальше. Можно, в принципе, еще немножко вот таких вот штук сделать, да, которые у меня там были.
Как вариант, чтобы больше типа нагружать. Только как-то. А, вот переноска для дров. Давайте две штуки сейчас сделаем, наверное. Эрис. Два. Продолжаем. Кувалду бы еще найти, конечно. Я хочу потом, наверное, эти толчки снести и нормальные поставить, адекватные. Какие-нибудь. Шестой уровень. Here I come. Так, пошлите воду попьем. Посербали. Отдыхать пока запрещено. Давай работай. А, на это, кстати, дважды удобренная капуста растет прям эффектно. Давайте небольшой сенокос устроим заодно. Готово. Так, сюда. И поехали. Потом отдыхать пойдем. У нас товарищ вообще никакущий. Фактически. Ну и после отдыха, наверное, отправимся по лесу гулять. Посмотрим. Поищем всякое полезное. Насобирать-то, наверное. Давай помочимся. Ну хотя бы видно дальше уже по-своему, конечно. Что есть хорошо, конечно. Опять же, надо капот спереть для этой тачки. Так, еда. Давай половинку сразу съедим, наверное. Мы уже 3 часа стримим, оказывается. А чё молчите, я даже не знал. Офигеть. Шок-контент. Так, снимаем шторы, давай, они мне пригодятся в другом занятии. Экс. Куда это дело, интересно? Вот в чем вопрос. Попробуйте или найди, блин, где у меня что валяется, а? Жесть. А где, серьезно, я что ли выкинул, что ли? Ну, походу, да. Тогда давай так. Да, завтра антистрессовые мультики, все верно, поэтому... Увы, пока. Пока, увы. Ну ничего, я по идее рано приду, так что пообщаемся еще. Ага, мне еще кусочек кожи нужен, оказывается, блин. Может, у меня где-то кожа еще есть?
панковская куртяха есть, но она рваная довольно-таки, поэтому дайте мы ее порвем тоже. Готово. Чего не хватает? Нужны ножницы еще. Так, стоп, они же у меня есть. У меня нет ножниц. Серьезно. Клянусь Иисусом, вот они. Слава Богу, блин. То же самое собрался крафтить, так. Так. А я первый, ха. Поехали. Ой, жесть. Ну, сейчас посмотрим, что это за херня такая. Так. Готово. Пайди и Месси. Шиш. Так, это Тайд. А это Месси. Но месяц как-то прикольнее, думаю, выглядит. Угу. Ну, нормально. Пускай будет. Пускай будет. Вместо майки? Серьезно? Так. У меня майки просто нет, поэтому я хз. Пускай пока тут валяется. Так, что-то хотел сделать. Я хотел книжку взять точно. А что я бы именно такое мне почитать? Кулинарию мы бы добить. Там у меня кулинарии, по-моему, и нет. Не. Эрора ебейшая. Эроры у меня посыпались, кстати, с канистры. Очень жесткие прям. Ну а пока что я больше не встречал. От майки? Так. Ну, вывод, не надо носить майки, получается. Так. Можно нашить ее книжку, почитай, давайте. Я считаю, что разрабам надо сделать такую фичу, то что персонаж может сам себя подстричь только на лысо, либо максимально небрежно. А для того, чтобы нормально подстричься, должен быть другой игрок. Было бы неплохо, типа, заиметь скилл парикмахера. Это было бы круто, я считаю. Так. Угу. Плюс 50 страниц. Fuck yeah. Ой, блин, пищевое отравление ловишь, чтобы на тачке побольше сидеть. Да. Пошить спать. Так, давайте подремлем. Так. Угу. Только слышно, как там тела падают. Там уже напряжные пошли чувачки.
Я там вовремя поставил орешек. Да, вон он там его хавает. Падла. Можно, конечно, еще вот так вот нас спамить, типа по приколу. Huge wave is approaching. Oh no. Simply oh no. Так, давай-ка мы от тебя избавимся и тебя поставим пока что нам. Хорошо, большая волна, судя по всему. Я бы даже сказал, в самый раз. О, идет Джокер современного общества, в котором мы живем. Так, древнее зло хочет моего внимания, гайс. Надо нам потихонечку, наверное, закругляться пока. Потому что покоя, чувствую, мне в ближайшее время не дадут. Давайте мы сейчас тогда вот этот вот игровой день, получается, до конца доведем. Ну, скоро, да, скоро. Буду овца. Добьем, соответственно, этот зомбоидовский уровень. Точнее, не зомбоидовский, а Plants vs. Зомбивский. Вот. И пойду кота наглаживать всячески. Ему там тоскливо без меня. Целый день все-таки сижу, стримлю. По сути. Этого, как понимаете, не есть хорошо. Этой музыки сейчас с ума сойду. Ну вроде чёленько как-то так пробили тут всех. Найс. Какой-то гэнгста как кактус смотреть. Shoot spikes, then cup, can pop balloons. Зомби с шариками? Да, вон такой. Мерзкий какой. Ладно. Закрываем. И разворачиваем. Давайте походим по это самое, пособирательствуем. Пока еще светло. Текс, ну давайте влево пойдем.
Много еды, растопки животных, камней. Это лук. Мне бы в глубокий лес зайти, там поинтереснее будет, я чувствую. Не, я скраб вообще пока еще не трогал. Не до этого банально было все это время. О, господи. Как гром. Попробуй тут скрапом, блин, заняться, пока у тебя на фоне такое вот происходит, да? О, сюда. Пригодится. Надо будет, наверное, реально жесткую операцию по очистке той заправки произвести, чтобы отбить обратно себе генератор. Что это? Обычный камень. Воздержусь. Так, дайте-ка я на всякий случай нож в руки возьму, а то мало ли что тут встречу в лесу, блин. Пошли. Мои глубочайшие соболезнования этому глубочайшему лесу, ибо я его планирую очистить от скверны. Спойлер, под скверной подразумеваю всякие ягоды, грибочки. Ну что-то пока как-то не густо, конечно, в этом плане. О, ветка, давай. Берем. Икс. Главное только это сам потом путь домой найти. А то я себя знаю, блин, сейчас зайду как вглубь леса и все. И кабздосики. Может быть, даже умудрюсь вкачать хотя бы один левел. Крапива берем. Миску салата можно сделать напиток из крапивы. Я представляю, какой он на вкус мерзкий. У меня теперь даже интересно, если честно. Батины травы. Походу, вот о чем говорили. Пророчество. Фруктовый салат с молоком. Чувак, я могу сделать яичницу с арахисовой пастой. Как тебе такой вариант развития событий? Ну вот если брать фруктовый салат, я в реальной жизни типа делал фруктовый салат, да? Типа яблоки, груши, ягоды различные и йогурт. Либо кефир, если йогурта не было. О, грибочки. Блин, неизвестно, серьезно, я так травника не прочитал, оказывается, блин, это отстойно. Хотя нет, грибочки давай-ка заберем, слушай. Не-не-не-не-не. У меня журнала, во-первых, нет, а во-вторых, я их в качестве компоста буду использовать, наверное, просто-напросто и все. Настолько я хитрый. А эта тропинка куда ведет, интересно? Что мухомора, что лисичка? Можно, конечно, эмпирическим путем установить, но я думаю, не стоит, да? Там почесали в сторону базы. Уже темнеть начинает. Основательно так. Да и перевес. Поэтому да, пошли. О, ягодки.
Выглядит едабельно, честно скажу. Я бы съел. Но зная зомбоев... Кончится это все не очень хорошо. Это что? Кузнечик. Сунэ. Я тебя потом буду как приманку использовать, наверное, на ловушках. Если все-таки соберусь с этой мыслью и займусь этим. О, желудь, ништяк. Можно хлеб сделать. Я как Кэрол буду фактически с этим желудем, получается, печенье сделаю. Осталось только свеку найти. Здорово, Лисяра. Ты, как всегда, вовремя. Мы уже потихонечку заканчиваем. Мы потихонечку начинаем сматывать удочки. Потому что второй стрим подряд по 3 часа. Я бы на самом деле с радостью еще посидел. Но опять же, надо уделить внимание коту. Так, блять, а где база-то? Эл! А, во, слава богу. До свидания, до свидания. Не, ну мы пока еще идем, поэтому можешь рассказать, как у тебя дела, как настроение, как жизнь молодая. Как там Battlefield новый поживает? Оп. На, свинарник мой маленький. Маленький свинарник. Ну почти, кстати, оба уровня вбили. Что хорошо. В принципе, если немножко еще пошататься, то можно будет действительно поднять. Но мне перевес, а с перевесом как-то этим заниматься не хочется. Отказываемся от камня. Этот камень тут давно лежит, пускай валяется. Вот этот какой-то новенький. Так, ну, сойдет, я считаю. Так, давай в тебя закинем. Вот это получается. Вот это. А, место кончилось уже. Ладно, тогда положи здесь пока. Так, грибочки. Ягоды, грибы, грибы. Желуди оставлю, буду сам жрать. Такс. Свежие они могут испортиться. Давай сюда закинем, а это в морозилку пускай лезет. Так, давайте пожрем. А, пожрем. Сейчас разбежался. Ну, не знаю, давайте попробуем приготовить желуди тогда, что ли. Да, разбежался. Ну, давайте есть тогда. Нафигачим. Из гнилого мяса хочешь сделать рагу? Гадость. А, главное настрой, панда, главное настрой. Все верно. Так, давайте томатной пасты. Соль. И еще одно яйцо давай. Фекс. Подрубаем генерасьона. Блин, топлива там, конечно, мало. У меня что, штаны провались? А, ля, как я умудрился штаны порвать? Писку порвал, пипец.
Блять, заштопаемся, пока не поздно. Жесть. Какая жесть. Скоро, кстати, опустеет кулер, по идее. Так. Ну чё? Потихонечку закругляемся, получается, да? Ну да. Что ж, дорогие друзья, всем большое спасибо, что заглянули на огонек. Завтра стрим, скорее всего, будет вечером, если что, по зомбоиду. Вот. А пока что всем спасибо, что были здесь со мной. Рад был вас всех повидать. Муа. Всем в щечки. До новых встреч и пока-пока.